покажу вам немножко стекла и раритет. Так, вот наши чашки очередные. Вернее, кружки пивные, господи. Вердингер, Октоберфест, сцена охоты. Вот такая красота. Вот коллекционные чашечки. Ох, видите, кто-то что-то ломает, бьет. К счастью, все к счастью. И вот еще коллекционные. Но я не поклонник, поэтому не будем концентрироваться. Но люди собирают вот эти вещи. Это старинные бутылочки. Вернее, стаканы, не бутылочки. А это уже из последних. Так что вот такие радости у нас есть. Мимоза. Кто любит мимозу, признавайтесь. Life is sweet. Dolce Vita. Обнимаю вас любовью. Чао-чао.